27 февраля. Вот посмотрите, как здесь все делается для производства коктейлей Молотова. Сколько здесь людей. Уже на каждого российского солдата по 10 таких коктейльчиков. Хочу вам сказать, такие очень горячие будут, но невкусные. Весь Днепр работает. Работает над защитой своего города. Поэтому, кто еще может чем помочь, штаб волонтеров, не из Кирова, всех ждем. Слава Украине!